Всем привет, с вами Ильнур. Сегодня будем очищать кофемашину, а точнее варочную группу от кофейных масел с помощью средств специальных Philips. Вот такое вот средство. 6 таблеток. Купил в MVideo. Ссылку оставлю в описании. Вот они, 6 таблеток. Одну я уже достал. Вот она. Положим ее сразу вот в этот резервуар. Положили. Машинка должна быть включена уже. У меня отключена. То есть я ее включил заранее. Ставим сюда стакан. И должно, в резервуаре должна быть вода. Вот я налил почти полная. Теперь что делаем? Выбираем кофе. Нажимаем один раз. И удерживаем 3 секунды на выборе крепости и объема кофе. Держим. Сигнал поступил. Загорелся вот предварительно молотый кофе. То есть вот при давлении вот из этого резервуара. Куда мы таблетку положили. Что дальше? Сейчас нажимаем пуск, то есть приготавливаем. И как половина стакана наберется, отключаем из розетки. И после ждем 15-20 минут, чтобы так постояло. Нажимаем. Пошло приготовление. Смотрим, вот пол стакана. Примерно пол стакана. Стакан большой, я до половины доводить не буду. Все, теперь ждем 15-20 минут. Производитель рекомендует делать эту процедуру один раз в месяц. Вот я пользуюсь уже больше полугода, делаю первый раз. Итак, вот мы вставили розетку, теперь включаем машинку и ждем, когда процедура эта завершится. То, что мы делали ранее. Вот она завершает процедуру. Процедура вот завершилась. Оставалось, оказывается, чуть-чуть совсем. Теперь что делаем дальше? Теперь отключаем машинку. Отключили. И теперь надо варочную группу снять и промыть водой. Я снимал на эту тему уже видео. Смотрите наверху в подсказке. Итак, мы все промыли. Варочную группу сполоснули, поставили на место. Я ее смазал еще заодно. Теперь включаем опять машинку. Ждем, пока подготовится машинка. И запускаем ту же самую процедуру. Только таблетку уже ложить не будем. Она подготовится. Затем запускаем приготовление кофе, ножа один раз. И опять также удерживаем 3 секунды на крепости кофе. Выбрали предварительный молотый кофе и нажимаем пуск. Уже без таблетки, просто все сливается в чашку. То есть идет еще раз промывка, очищение.
Видим, еще такая не очень чистая горячая вода. Приготовился. Теперь просто повторяем эту процедуру еще раз. То есть также готовим предварительно молотый кофе без кофе и без таблетки. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.